Итак, ребятки, ну что ж, новый сезончик, давайте смотреть. Я, кстати, даже еще не смотрел никаких ни сливов, ни тизеров, ничего. Вот это первый раз, что я вижу. Так, какой-то портал, мужичок съезжает. Кстати, прикольный скин. Да, тут все же такое шпионское, сразу навевает вторую главу, второй сезон. Это очень похоже будет, у меня такое ощущение. Опа, оп, нормально, ребята. Из автобуса сиганули, погнали. Интересно, сколько будет новых локаций? Пицца. Оп. Это кто? Нормально, мужички ворвались. Так, гранатка. Какая-то обезвреживающая граната. Чемодан. Ага, это турель. Окей, турель. Здорово. Нормально. Нифига. Стены можно будет ломать? Так, тиктокеров добавили. Найс. Автомат Мидаса. Так. Томик. Томик будет. Здорово, ребята. Слушайте, вот этот скин, он... Это же... Он же похож на... На кого? На кого он похож? Так, это, я так понимаю, Battle Pass трейлер, да, или что? Нормальный карасик такой, опасный номер. Вообще он называется Last Resort. В английской версии Last Resort. Вообще Last Resort это, блин, мой любимый трек от группы Papa Roach. Сюда бы он, кстати, очень классно подошел. Ага, я понял, этой штукой можно таранить, и этой штукой можно наносить дэмэдж, когда падаешь, да? Какие-то гранаты крепятся на тачке. Ага, вырубает турели. Новый автомат. Блин, вот эти автоматы с прицелами, которые добавляют, они вообще не в тему. Ну, ими обычно не играешь. Вы в деле, ребята. Мы в деле. Let's go. Естественно, Звездных войн еще завезем. Куда же без Звездных войн, да? Я, кстати, даже не знаю, что это за персонаж. Боевой пропуск, глава 4, сезон 4. Let's go, ребята. Отряд Fortnite или боевой пропуск. Давай боевой пропуск лучше. Хотя, вы как хотите, можете брать и отряд. Но я, наверное, возьму боевой пропуск. И сейчас, собственно, мы на него сделаем обзор. Вот они все эти ребятки. И вот этот мужичок, блин, очень на кого-то похож. Ребята, подскажите мне в комментариях, на кого же он похож. Let's go, забираем боевой пропуск. По-любому забираем боевой пропуск. Открыт. В моем боте в ТГ ты можешь забрать V-баксы дешевле, чем в самой игре. Допустим, ты ждешь какой-то предмет или скин в Fortnite. Теперь ты можешь зайти в бота, найти этот скин и добавить его в избранное. И как только он появится в магазине Fortnite, бот тебя оповестит, и ты точно не упустишь момент. Помимо Fortnite, в моем боте можно задонатить в любые другие игры, PlayStation, Xbox, пополнить Steam, все что хочешь. Огромное спасибо всем, кто пользуется ботом и оставляет отзывы. Вот этот мужичок, на кого-то мне он похож. Чё-то как-то вот с этой стороны, если посмотреть. Нолан Шанс. Слушай, я даже побегаю в этом скине. Мне он прям нравится. Окей, let's go, боевой пропуск, давайте смотреть. 100 V-баксов. Сюда! Кирочки. Ну, прикольно. Первая эмоция, смотрим. Казик, что ли, добавили в фото? О, да, прикольно. Слушайте, еще одна эмоция помимо оценки. Ну, бэкпак не особо интересно, он, кстати, в стиль. К этому скину. Ну и скинчик Нолан Шанс. Ребята, ну я вам так скажу, ну реально. Ну реально этот мужичок, ну на кого он похож, а? Ну не знаю. Мне эпики ничего не писали. Я знаю, на кого он похож. Идем дальше. Экран загрузки. Граффити. Дельтаплан. Ну, обычно такие дельтапланы, по-моему, огромные. Но выглядит он как будто бы маленький и удобный. 100 V-баксов. Сюда. Обертка. Кстати, обертка очень даже неплохо. Знаете, в кустиках сидеть. Нормальная тема. Тем более, шпионский сезон. Я думаю, в кустиках посидим обязательно с этой штукой. Еще один стиль на Нолана. Но этот мне не нравится. Руль. Руль на спине. Это для водителя пиццерии, да? Пиццу развозить. Слушайте, если честно, прикольно. Эмоция передвижения прям неплохо. Если бы это был дельтик, почему это не дельтик? Это же гораздо круче было, если это был дельтик. Это кирка, что? Такая кирка? Серьезно? Мне прям интересно, как она вообще работать будет. Блин, надо будет посмотреть. Это прям интересно. Окей, следующий скин. Пеппер вжух. Вжух эту вашу пеппер.
Ну, прикольный стиль. Вообще норм такой скинчик, нормальный. Ну, неплохой. Мне не нравится, если честно, когда они вот это, знаете, вы на, вот наряжают скины одним таким, типа как комбинезоном. То есть, типа, нет разделения верхней части, нижней части, ботинок. Но вот здесь тоже как будто бы комбинезончик, но здесь разделены хотя бы вот перчатки. Вроде норм, норм. Было бы круче, если бы вот этого не было снизу и вот этих эффектов не было. Просто только следы от ног и рук. Еще 100 баксов сюда. А что они, блин, баксы в БП раздают? Это пицца-план. Классика. Это что? Sweetie Shake. Протеиновый коктейль, ребята. Ну, не знаю. На спине такой коктейль носить, как-то, по-моему, громоздко сильно. Это что? Кирка? А вот это реально годнота, ребята. Кирка? Одноручная? Блин, это реально годнота. Это прям кайф. Нифига, я это буду юзать. Вообще. Ребята, реально имба. Ну, естественно, с вот этим скином, конечно же. Карастероид. Чё, блин, рама такая, ядрить твою. Сколько в зале просиживаем, братик? У меня такое ощущение, что он день ног пропускал, да, всегда. Дельтаплан еще карасей. В кепочке такой. Кепочка, кстати, прикольная. Блин, я бы хотел такую кепочку себе. Рыбий жим. Тренировочный. Только уже другой какой-то, да? Для более продвинутых. Наверное, для вот таких ребят, да? Для вот таких, которые уже из зала сразу выходят в Министерство обороны. Офигенная обертка, ну прям топчик. Не знаю, мне нравится. Я не знаю почему. Почему мне нравится эта обертка? Может быть, потому что сама пушка прикольная? Это что, какая-то замена автомату семерых вот это? Новый автомат? Дробовик, кстати, новый. Ну все, мы посмотрели уже все пушки, можно не заходить в игру. А, вот, кстати, и ППшка. С прицелом, блин, ППшки с прицелами, ну зачем они? Снопа с глушителем. Let's go. Выглядит офигенно, кстати. Кстати, базуку добавили. Неплохой стиль обертки. Кирочка. Мне кажется, эта кирка будет огромной, громоздкой. И вот эти анимешные эффекты, они... Ну, обычно такое ощущение, что, знаете, FPS проседает, когда бьешь этой киркой. Ну и, кстати, скинчик. Ну, неплохой, кстати. Нормально. Очень такой даже неплохой. Слушайте, для аниме скина даже кайф. Не неплохой, даже по кайфу. Он круче некоторых аниме скинов, которые добавляли. Реально. Прикольный, прикольный. Мэй. Кстати, Мэй мой любимый персонаж из Overwatch. Хотите видос по Overwatch? Пишите комментарии. Это реально, это можно на музыку, это просто можно ставить на музыку в лобби и все, и слушать, и можно даже не подрубать музыку на стриме, просто музыку из лобби слушать, это же кайф. И еще один стиль на анимешную девочку, еще круче, кстати, офигеть. Ребята, в кои-то веке офигенный БП, ё-моё, я какой скин смотрю, реально кайф. Блин, цвета, пушка, ножик, 100 V-баксов, 100 V-баксов, кстати. Нормально! Это реально классный БП. Не, ну вы посмотрите на эти скины. Чё они сделали? Это же, ну, это, ну, ну да. Ну да. Нормально, да. Да-да. Это нет. Это не, это ужасно. Обертка не нравится. 100 V-баксов нравится. Вот, там тиктокеры пошли, ребята. Тиктокеров в Fortnite добавили. Едрить. Мне не нравятся, кстати, вот кирки. С, эти мечи, типа, в виде меча. Знаменитая эмоция. Ну и, собственно, сам Хабби Лейм. Сам прикид, вот весь этот костюм его какой-то фу. Ну прям, не знаю, мне не нравится. Напишите, как вам. Летучая корона, дельтаплан. О, кстати, а это неплохо, смотрите. Я надеюсь, он не на весь этот... Не на весь остров, что за этой короной ничего не увидишь. Маленькая коронка. Почему 23, кстати, вот это вопрос. 100 V-баксов. Неплохая обертка, кстати, подожди. В действии? А, если она она еще анимированная. Блин, а прикольно они сделали. Можно теперь даже через лобби прям... Можно в игру теперь не заходить, просто скины смотреть в лобби. Как автомат стреляет, блин. Как дробовик стреляет, перезаряжает. Слушайте, нормальная тема. Бэм-бэм. Базука. Полетела, зарядилась. Ну и Кадо Торн, это кто у нас? Это у нас... Ну, скин прикольный, но играть я на нем вряд ли буду. Очень даже неплохо. Ну и последняя страница, что у нас здесь? Крылья слишком огромные. Если бы они хотя бы вот такие были, не знаю, мне, наверное, было бы получше. И вот эта тема. Дельтаплан. Не, написано дельтаплан. А там было стиль. То, скорее всего, не дельтаплан был. Дельтаплан отдельно написано дельтаплан. Ну, кстати, прикольно. И последний скин.
Я так понимаю, можно будет в него превратиться, когда захочешь. Ну, вся вот эта тематика оборотней, вот этих всех каких-то темных сил, это вообще не моя тема. Слушайте, есть офигенные скины, реально. Вот это вообще пушка, мне кажется. Ну, прям реально круто. Да, и вы знаете, на самом деле, даже вот этот... Вот этот паренек, блин, ну я не знаю, ну это что-то такое. Здесь у нас карась пляжный, я хочу себе такие штаны. Тут тоже, кстати, вообще, блин, ну реально, вот слушайте, вот этот аниме, это мне кажется, это самый классный анимешный скин в Fortnite. Это 50-50, собственно, мужчина, серьезный, ответственный, на свадьбу вот так. Ну реально, красавчик. Что ж, вот такой у нас Battle Pass. Ребята, вот такой у нас лобби. Что ж, геймплей мы пойдем смотреть в следующем видосе. Большое спасибо за просмотр. Если понравилось, лайк с вас. Реально, подписка на канал. Ну и приходите на стримы, приходите на кастомки. Мы пробуем кастомки в Дискорде. Допустим, прямо сейчас я иду записывать видос с подписчиками. Мы будем смотреть сезон. То есть я хочу первое впечатление от геймплея этого сезона получить вместе с вами, друзья. Так что вот, увидите себя в ролике в следующем. Очень важный момент. У нас есть мультиподписка, с помощью которой вы можете 100% поучаствовать в записи ролика или поиграть со мной, различные кастомки и так далее. В общем, сапку можете оформить также по ссылкам в описании в нашем ТГ-боте, в Дискорде или же на сайте.